Когда семья сталкивается с тяжелой болезнью ребенка, она оказывается в очень сложной ситуации. Это не только переживание, беспокойство за него, это не только лечение, обследование, часто достаточно тяжелые. Это огромные затраты, это огромное подчинение всей жизни семьи, необходимости помогать ребенку, лечить его, реабилитировать его. И очень важно, чтобы семья с больным ребенком не оставалась в этой ситуации один на один со своей бедой. Ты ему нужен.